안녕하세요. 전국고려인 한국어 교실입니다. 오늘은 초급 1B의 1차 시입니다. Здравствуйте, уважаемые участники. Сегодня у нас первый урок для группы начального уровня 1B. И мы с вами начинаем урок по книге Иминдзяры Льян «Хангугова. Хангук Мунха». Я думаю, вас ознакомили преподаватели с книгой. И наш курс начинается с середины учебника, поскольку курс 1А уже проходили начало учебника, а те, кто только присоединились к нам, они уже некоторое время изучали язык, и поэтому могут начать не с начала учебника, а с середины. 네, 그러면 시작하도록 하겠습니다. 네. В учебнике это будет пятый урок. 제5과 제목은 위로 올라가세요. 위로 올라가세요. Как переведем? В этом уроке мы с вами научимся, во-первых, повелительной форме. 세요, 뭐뭐 하세요. Это повелительная форма в корейском языке, уважительная форма, да? Повелительного наклонения. И также мы с вами научимся задавать направление. 방향을, 방향, это направление. 방향을 지시하는 말을, 지시하는, указывающий, 말을 할 수 있다. То есть мы научимся с вами задавать направление, указывать направление. 어디로, куда, 위로, наверх, 올라가세요. Поднимайтесь, да, поднимитесь наверх. Но опять-таки мы видим, что порядок предложения с русским языком абсолютно противоположный. То есть по-русски мы говорим «поднимитесь», а потом говорим «куда?» «Наверх». «Поднимитесь наверх». «Виру улагасею». Хорошо. Кроме этого, сегодня мы научимся с вами читать «суца ильки». Научимся читать числа. В сегодняшнем уроке мы научимся читать китайские числа, а в следующем уроке у нас с вами будет уже грамматика 동사에다가 으세요, 명사에다가 으로. Две грамматики будет. 네, 그러면 먼저 숫자를 보겠습니다. 48쪽. 48페이지, 48 страница, 48쪽. 어휘 대화 발음. 어휘, 먼저 어휘 봅시다. 숫자. 숫자 это у нас цифры, да? В данном уроке мы проходим с вами цифры китайского происхождения. Мы знаем, что в корейском языке существует два вида цифр. Это два вида числительных. Это китайские числительные и корейские числительные. Так вот, сегодня китайские числительные. Так, 같이 읽어볼까요? Давайте вместе прочитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И далее уже просто, потому что... Мы просто говорим 10-1, 10-2, то есть нет специального названия, да? Очень легко комбинировать. 네, 그러면 계속 해봅시다. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот здесь будьте внимательны, здесь у нас произношение с вами... 16. 16 пишется, читаем 16. 그다음 17. 18. 19. 20. 20 это 20, да? Чтобы сказать 20, мы говорим 2 десятка, 2 10. 20 тоже очень просто, простой принцип, логичный очень. 30 будет 3 десятка. 30.
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Начиная со 100, у нас уже идет и в числительных корейского происхождения, китайского происхождения, вне зависимости, мы просто уже говорим одинаково, да? 100. 천, 1000. И вот такой разряд числительных, которого нет в русском языке. По-русски мы говорим 10 тысяч, а в корейском языке существует специальное название для 10 тысяч, для разряда 4 нулей, чисел с 4 нулями. Это ман, 10 тысяч. Ну, все прекрасно знают манон, да? Купюру манон, где изображен Сэджонг Тэйван, король Сэджонг. Ман. Хорошо. Давайте попробуем прочитать с вами некоторые числа. Например, попробуем выполнить первое упражнение. 숫자를 읽으세요. Прочитайте числительное. По образцу, как здесь, да? 37. 37. Иконен. Попробуйте прочитать. 452. Как у нас будет? То есть мы должны сначала сказать 4 сотни. Это будет сабек. Затем скажем 5 десятков. Осип. И затем 2. И еще раз. 4 сотни, 50, 5 десятков, 2. 452. Сабек, осип, и. Хорошо. Далее, 25. Ищип-о. Ищип-о. То есть, когда мы уже произносим, мы с вами соединяем, да? Не ищип-о, а ищип-о. 67. Юкшип-чель. Хорошо. Давайте посложнее что-то. Возьмем 391. 391. 391. Хорошо. Далее возьмем 1500. Мы не говорим, да, 1000, мы просто скажем 1500. 1500. 1500. Ну и возьмем с вами 50 тысяч. Это будет как бы 5 манов, да? Уман. Уман. Хорошо. Вот цифры вот такого разряда, когда уже идут у нас за миллионы, многим людям это, для многих людей это составляет трудность вот сразу как бы понять, а где же, как же у нас это читается, да? И когда вы хотите быстро прочитать эту цифру, это число, такой совет, вы как бы зрительно закрываете 4 циферки, которые сзади идут, да, потому что мы знаем, что ман – это у нас 4 нуля, верно? Значит, мы вот эти 4 циферки закрываем последние, и мы знаем уже, значит, это ман у нас, и сколько манов у нас, мы должны посмотреть на передние цифры. Значит, мы должны сказать, что у нас 135 манов. А 135 это будет, 100 будет п, да, 30 это будет самшип, ой, самшип, угу. И 5 будет о. Простите, ужасно написано, сейчас давайте заново. Значит, сказать 135 манов, мы скажем пек, самшип, о. А затем добавим вот эти 4 нуля, которые у нас остались. Это будет ман. Так сам себе был ман. Но здесь он у нас. Вот и все. Но давайте еще раз я задам вам некоторые числительные, некоторые циферки назову, а вы должны будете либо в комментариях, либо учителям своим скинуть эти цифры. Давайте попробуем. 2 миллиона. 546 тысяч, так, верно? 2 миллиона
546 тысяч. 536 тысяч. А, что еще? 3 миллиона 846, 849 тысяч. А, ну, пусть будет 500. Ну и еще одно число. А, пусть будет 10 миллионов. 10 миллионов. А, 123 тысячи 176. О, вот такое длинное число. Попробуйте, пожалуйста, это число расписать на корейском. Ну вот и все. На сегодня у нас урок закончен. Следующий урок будет посвящен уже грамматике. Желаю всем удачи. 오늘도 모두 수고하셨습니다.